Всем привет! А сейчас я хотел бы записать реакцию на Backstage. А песня называется «Аймала Ши», а поет эту песню Джейра. Ну, клип был такой неплохой, скажем. Посмотрим, как же все это снималось. Поехали! Неплохо. Ну что ж, тоже довольно-таки интересный бэкстейдж. Мне самое, что понравилось, я вот думал, как вот эти мигалки, да, то есть когда они снимали, оказывается, они просто взяли мигалки, садили их наверх и снимали так. То есть это тоже, ну, я не думал, что это, оказывается, так снимается. Ну что еще, то, что это момент, когда девушки заламывают парней, то есть это, ну, они неплохо так выглядят, очень естественно. И я думаю, немного растренировать, потому что очень так все гладко получилось. Что сказать, как обычно, меня удивляет, сколько аппаратуры, сколько людей нужно затронуть, чтобы снимать такое видео. Это, конечно, хотелось бы как-нибудь один раз попробовать. Ну, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока!